Советское движение в произведениях живописи, графики и скульптуры покажут в Минске накануне столетия ВЛКСМ. В стенах Национального художественного музея откроется самая ностальгическая выставка. Более 60 экспонатов из фондов музея, созданные с 1920 по 80-е годы, на языке социалистического реализма расскажут о юности советского поколения. Представлена такая широкая ретроспектива твором с коллекции Национального мастерского музея. Ну и показана творчество наших белорусских мастаков послевоенного периода, даже довоенного периода. Тут есть работа Игоды Пена, «Комсомолец». Это початок 20-х годов, так сказать, ведомый мастак, наставник Марка Шагала. Здесь есть по-настоящему хрестоматийные работы таких народных художников, как Михаил Андреевич Савицкий, как Виктор Громыко, как Раиса Кудревич и многие другие. То есть те вещи, которые, во-первых, составляют уже классику современного белорусского искусства. Для широкой публики выставка станет доступна уже завтра. На церемонии открытия состоится торжественное гашение марки в честь столетия ВЛКСМ.